Долго ли, коротко ли, добиралась Грин-Арт Московья до Парьей Свиньи. И вдруг она очутилась на ее канале. Страшном и таинственном. Да и сама Парья Свинья была не красоткой. Но занималась врачеванием рыб, много экспериментировала и занималась другой интересной ерундой. В этот раз Парья Свинья лечила акваменью после несчастного случая. Парья Свинья знала, что мочалка, Грин-Арт Московья, идет к ней с подозрительными намерениями. Ее предупредила Скалярия, которая накануне опустошила хату акваменья и пришла к Парье Свинье с доносом и стеклянным кубом. Грин-Арт Московья была скручена, ведь все знали о расстроении ее личности и побаивались ее. «Что будем делать?» – спросила Акваменья. «Как вылечить Грин-Арт Московью?» – спросила Скалярия. На что Парья Свинья ответила. «Дорогие друзья, великая темная тайна открылась мне во сне. Мне было сказано о том, что все наши беды от зуба драконьего, ибо чужд он нам, и беспредел будет твориться от расстроения личности не избавиться до тех пор, пока мы не вернем этот зуб». Зашумели свиньи, все в волнении. «А как же мы найдем этого дракона?» – спросили у Парьи. «Друзья мои, дорогие, знаю я дедовский способ. Надобно нам запустить умный аквариум. И как только это произойдет, аквариумный дракон сам объявится». Взяли свиньи тот самый куб из окна Скалярии и начали над ним чудить. Совместный запуск проводить. «Так, что-то вас опять стало много. Грин-Арт Московья!» – закричала Парья Свинья. «Что, что, что?» – закричали свинки. «Соберись! Вот, теперь нормально!» Шли дни, а ночи пролетали, пока не сделали они умный аквариум. Аквариум был настолько умный, что сам заговорил. И только он произнес «Привет!», как вдруг, откуда ни возьмись, появился драконище. Загремело все, затрещало, свиньи заверещали от ужаса. «Стой, драконище!» – закричала Акваменья. «Не для шашлыка мама нас растила, не для холодца!» – сказала Скалярия. «Видеть мы тебя хотели, да разговор говорить!» – сказала Грин-Арт Московья. «Какие с вами могут быть разговоры?» – произнес драконище. «Я вас всех сожгу!» Ой, что-то пошло не так. «Стой, драконище, да не позорься в моих владениях! Зуб мы твой вернуть хотим, чтоб все беды в царстве нашем прекратились и наступили, чтоб новогодние праздники!» «О, раз такие дела делаете, то я не просто излечу Грин-Арт Московью, не только от бед мир избавлю, но и сделаю вас символом этого года», — сказал драконище. Ну, в общем, вручили ему зуб свиньи, дракон станцевал ритуальный танец, и все в мире преобразилось. И даже Грин-Арт Московья стала другой. Дракон всех свиней посадил на себя, чтоб отвезти на новогоднюю елку, но взлететь не смог. Отожрались свиньи за этот год, да еще и этот умный аквариум не знают, как перевести. Долго думать не пришлось, ведь Парья Свинья попросила умный аквариум позвонить друзьям, аквариумам Елены Демьяновой, которые далеко живут, чтоб те советом своим помогли. А что будет дальше, вы узнаете на канале «Аквариумы Елены Демьяновой». Все ссылки на каналы будут под этим видео.